Летом текущего года в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда» проводятся работы по благоустройству дворовых территорий домов 5 и 6 по улице Петрозаводская. Согласно проекту, пешеходные дорожки вдоль домов и к парадным покрыты тротуарной плиткой. Обустроены парковка и места для временной стоянки автотранспорта с щебеночным покрытием и устройством бортового камня. Установлены опоры освещения со светодиодными светильниками. А 23 сентября рабочие подрядной организации ИП «Кузьмин», выполняющие работы по благоустройству, приступили к выполнению заключительного этапа проектного задания – монтажу оборудования детской площадки. Комплекс включает в себя игровые и спортивные конструкции. Установка сооружения производится при участии представителей фирмы-поставщика. Предприятие выполняет любое детское и спортивное оборудование, поэтому гарантии существуют. Но гарантии мы не даем только на вандализм. Им просто вот делаешь вот такие сказки. Ребята работают там, все у нас специальности, и сборщики, и маляры, как говорится, и художники. Все это делают. Наши предприятия приносят радость людям, то есть детям. На выполнение наладочных работ потребуется несколько дней, после чего сестройская детвора сможет развивать свою физическую силу, фантазию, ловкость и выносливость на новой игровой территории.